Добрый вечер, друзья. Я ведущий программы «Медицина и психология» канала «Право ТВ» Хасай Алиев. Должен, конечно, сказать сейчас, чтобы было больше доверия к тому, что я говорю, что я заслуженный врач Республики Дагестан, лауреат премии Ленинского комсомола Армянской ССР в свое время, известный психолог, как пишут, академик Международной академии технологических наук, писатель, член Творческого союза художников России, автор метода саморегуляции «Ключ». В Википедии посмотрите метод «Ключ». Готов предложить альтернативу вакцинации маскам, повышение стрессоустойчивости и иммунитета, потому что все врачи знают, все вирусологи тоже знают, что от иммунитета все зависит. А мой метод был создан в 1987 году в Центре подготовки космонавтов, я его создал. Утвержден Минздравом СССР в 1987 году для устойчивости к стрессу и снижения утомляемости у работающего человека. И часть его стоит в учебнике российском для российских школьников по физкультуре профессора Матвеева Анатолия Петровича. Я обучал психологов МЧС, Минобороны, Минобразования. Я тот первый специалист, который выводил после стрессового шока детей и взрослых, пострадавших после терактов в Кизляре, Каспийске, Беслане. Готовил военный персонал к подъему атомохода «Курск» и испытателей Международной космической программы «Марс-500». Ютуб-канал у меня «Метод Ключ» Хасая Алиева. Это реальное предложение альтернативы вакцинам и маскам, готовый контент для выбора. Каждый выбирает то, что ему по душе. Как и написано в нашей Конституции, никаких экспериментов над человеком. Тем более, добровольно все должны это делать. Добровольно проверенными вакцинами по критериям здравоохранения. Ну, конечно, а как же иначе? С вами был ведущий программы «Медицина и психология» телеканала ТВ «Право» Хасая Алиев. Люди были в тупике, потому что не было альтернативы. А теперь она есть. До встречи, друзья.